Привет! Сегодня мой образ вот такой. Белая футболка, жакет. Жакет из приятной, прохладной, такой скользкой ткани. Я думаю, что это не сатиновая ткань. Не могу сказать, какая точно. Этот жакет у меня уже давно, несколько лет. И бирка не сохранилась, поэтому я не могу сказать, что за ткань. Но приятная, такая скользкая, немножко прохладная. И вот такой образ получился. Белая футболка, жакет, белые джинсовые шорты. Заправила я их спереди, посередине больше. По краям сделала такой, как треугольничек. По краям спустила футболку. На ногах балетки. Маленькая сумочка для мелочей. И вот свежий летний образ, прохладный. Шорты у меня с высокой посадкой и свободные. Думаю, в следующих, последующих видео я покажу их более подробно, может быть, с какими-то новыми образами. Я расскажу отдельно про белые джинсовые шорты на лето. Если вам интересно, напишите свои вопросы или про джинсовые шорты, или про летнюю одежду. Буду рада помочь. И давайте пообщаемся, переходим в комментарии.